Радий представити наших гостей, провідного майстра сцени, режисера вистави «Бременські музиканти» Костянтина Гросмана, ну і, звичайно, ще актрису Миколаївського обласного театру «Ляльок» Олександру Тимофієву. Сьогодні ви в тандемі, вдвох. Говоримо сьогодні про виставу, яка буде зовсім скоро, саме завтра, представлена миколаївським глядачам, юним глядачам. Що це за вистава? Добрий день, дорогі миколаївці. Спектакль «Бременські музиканти» зроблен по мотивам п'єси Ентіна Ліванова «Бременські музиканти». Но так как Ентін Ліванов разрешает постановки при условии, что сохранится музыка Гладкова, та, которую все знают по мультфильму, мы это условие выполнили. И музыка звучит гладковская. Но в какой интерпретации подается эта музыка, все узнают, когда придут там на спектакль. Конечно, в мультфильме не используется никакой драматургии, кроме вот видеоряда, то есть там нет диалогов. А на самом деле пьеса очень шикарная, она появилась уже после мультфильма, потому что необходимость появилась в постановках в театрах, в эстраде, там, в больших каких-то культурных центрах. И Ливанов с Энтиным написали пьесу, сохранили тексты песен, музыка Гладкова, все это очень хорошо, но мы ее переделали, и мы полностью отошли от мультфильма. Там нет даже намека на мультфильм, все по-своему. У нас прекрасные актеры. То есть, так, история на новый лад немного. Ну, старый новый лад, как старый Новый год. Никто не знает, что это такое, но все очень радуются. Да. И надо справедливости ради сказать, что актеры, когда мы приступили к этой работе, я был в таком восторге, как режиссер. Это вообще редко. У нас потрясающие актеры в нашем театре, замечательные, потому что они так взялись за эту работу, они с таким рвением, с таким... И я сегодня, у меня... Все время стоит дилемма, кто будет сдаваться, а кто, ну, сдача, кто будет играть премьеру, кто следующий, потому что все абсолютно равносильные, молодые, немолодые, давно работающие, вновь перебывшие, уже это очень здорово, материал захватил всех, и он интересный, он какой-то такой своеобразный, такой для нашего театра нетрадиционный. Вот я, например, актрисе в шутку сказал, вот освоишь моноцикл, одноколесный велосипед, потому что там цирковые трюки, они бременские делают, будешь в спектакле. Она взяла и освоила. С помощью там моих друзей, цирковых артистов, она села на, они дали нам этот моноцикл, одноколесный велосипед, она села, освоила, теперь в спектакль. Представляете, в театре кукол актриса выезжает. И сейчас я в шутку говорю, ты подумай, стоит ли продолжать в театре или пойти в цирк, раз ты этим уже так шикарно. Жонглируют. Либо прыгают. Театру стоит расширяться. Да. В сторону цирка, да. Жонглируют, прыгают, садятся на шпагат, делают кульбиты, залазят под поток. В общем, вот такое вот ярко, красочно. Художник Ольга Филанчук, это у меня с ней четвертая работа. Мы делали вот с ней спектакль предпоследний «Красная шапочка» в стиле джаз, который там получил награды на международном фестивале. Она придумала вообще тоже, такая, она вот такая, ну мы все вот такие, а она еще больше всех, потому что у нее нет специального театрального образования, поэтому она душой делает спектакль. Она открыта, скажем так, да, у нее азы сценографии, да, и вот она, помните, и мы взяли за основу творчество австрийского художника и архитектора Хундертвассера, который разрисовывает все разноцветные здания, со всякой инсталляцией очень интересной, и вот мы получили то, что получили. Да, еще хочу сказать, что театр кукол в гости на телевидение никогда не приходит с пустыми руками, поэтому я привел с собой Сашу Тимофееву. Да, это, я так понимаю, ваше новое приобретение театра. Это у нас два приобретения. Вот второе приобретение сейчас занимается, он занимается собой, потому что у него очень сложная там роль. Влад у нас есть такой, Михалюк, замечательный. Вот пацан вот просто пришел после культпросвет учили колледжа культуры сейчас. И он так быстро вошел. Вот Трубадур, я очень боялся, потому что играть героев очень сложно. Все любят Бабу-Ягу, Кощея Бессмертного, разбойников, пиратов. А вот эти Иваны Царевичи все, Трубадуры, они такие, знаете, голубые герои в драматургии, и очень тяжело. А вот он настоящий, такой классный труд. То, что мне хотел, то, что мне снилось, вот то он и делает. Это да? Принцесса, прекрасная принцесса. Есть такой персонаж там, Саша Тимофеева. Она приехала к нам из Харькова на прослушивание, шикарно прослушалась. Саша, ты шпагат делаешь? Делаю. Саша, колесо сделаешь? Сделаю. И с куклой она работает, и говорит она, и поет. Это же я буду, пусть она, Саша, сама, да, я думаю, что вы сами расскажете, как привела все-таки дорога к Николаев. Ну, так вышло, я пришла на прослушивание, есть место, поэтому я пришла, мне понравился город, понравился театр. И теперь, решила... скажем так, мы переманили в Николаев одну творческую личность. Да мы переманили уже три творческих личности, господи, прости. И не только. Из Харькова же, этого же университета Котляревского, у нас еще есть Марина Можни,
и вот Саша Тимофеева. Из Киева я привез, буквально завернул в ковер, на плече привез Марину Даманскую, она из Житомира, она хотела в Житомирский театр, я ее увидел на прослушивании, мне так понравилось на вступительной, мы все учимся. Мы учимся в Карпенко-Карова, я тоже в свои неполные 50 заканчиваю режиссуру, они сейчас четвертый курс актерской Харьковско-Котляревского университета. Как говорится, учиться никогда не поздно, да? Да, стыдно не знать. Круто реально, что привозите таланты в Николаев, да. Пусть как уже там будет, в мешках или в завернутых коврах, да. Самое главное, что таланты остаются в Николаеве. А как для вас спектакль? Потому что я так понимаю, что, скажем так, предпоказ был еще на открытии, потому что в Каштановом сквере уже героев вы просветили. Показали, но там не было принцессы. Вот мы держим принцессу вот в этом, знаете, под колпаком до самой премьеры, чтобы никто не знал. Как вам эта роль? Потому что это вот центральный, скажем так, объект, на который обращено не только внимание зрителей, но и все, скажем так, вокруг, по желанию, по хотению. Ну, мне очень нравится эта роль. Это роль юной принцессы, которая по мере спектакля, она взрослеет. То есть показывается переход от такого детского возраста к более взрослому пониманию мира, столкновение с какими-то первыми трудностями в жизни. И мне очень нравится эта роль. Вот так, не выпустили вас на открытие, держит вас еще. Нет, она в открытии участвовала, но вдруг... Но не в роли, Я имею в виду не в роли принцессы. Я предлагаю сейчас посмотреть вот некоторые фотографии с открытия. Кстати, как прошло оно, потому что мы анонсировали накануне, как же все-таки восприняла публика, скажем, дети, ну и кого вы посвятили все-таки, просветили, каких героев. Дай Бог здоровья нашему оркестру МВД, да, который нас все время сопровождает. Представьте, идет оркестр, идет штандарт, где написано «Николаевский театр кукол». Дальше идет наша студия, которую мы набрали. Сейчас у нас малыши занимаются. Потом идет основной состав, все с куклами, куклы-великаны. Огромная благодарность Сергею Мыцику за то, что нам студентов предоставил, которые ходили в этих куклах-великанах. Потом идут представители других театров, потому что еще параллельно у нас был фестиваль. И такая толпа огромных кукол, таких, кто-то разукрашенный, кто-то такой. Наши дети тоже там какой-то сделали аквагримы. Идет такая лавина по-советской, все улыбаются, поют, танцуют, оркестр играет, красота. И люди, они стали потом, не выдержали, стали в колонну. И мы дошли, когда к Каштановому скверу, уже такая колонна была. Просто неимоверно. И потом, когда начался концерт, актеры наши, работали просто как боги. Вот честное слово, вот я смотрел, и я же занимаюсь постановками в других театрах, и я когда приезжаю из других, я люблю так актеров нашего театра, я обожаю просто, потому что, наши классные, правда. Вот правда, не случайно румынское жюри в Кишиневе сказали, что наши классные. Мы возили двух актеров, и они сказали, восторг, и поют, и танцуют, и пластичные, и хореографичные, и дикция, и все, и презентабельные. Я сейчас не о себе, я об актерах. Презентабельность. На самом деле, реально очень умеете поразить николаевского зрителя. Напоминаю также, что у вас есть, друзья, возможность получить 2 билета в кинотеатр. Видите, в театр. Я вас уже воспринимаю как что-то 3D. Масштабное. В театр у вас есть возможность сегодня получить билеты. 47-74-72. Номер телефона вы видите внизу своего экрана. 0512, код города Николаева. Если звоните с мобильного, набирайте перед номером телефона. Итак, есть еще несколько вопросов по поводу самой премьеры. Как, когда, во сколько, где могут увидеть николаевцы? Значит, 15 октября сего года в 11 часов, но то ли к радости, то ли к сожалению, билетов на это число уже нет. Вот так. Все продано. Но к радости у нас будет несколько спектаклей проходить в ноябре, даже в день там по 2 спектакля будет, потому что он вызвал, его еще никто не видел, уже какой-то ажиотаж. Ну, достаточно было в сквере презентовать эти куклы, они огромные, они яркие. Куклы, которые еще нигде не применялись в таком качестве, мы с художницей их сами придумали, но на фото их было видно. Но надо видеть, так из контекста вырывать. Могу сказать, что там очень много юмора, очень много таких всяких перипетий, все в движении, все, музыка шикарная. Наши актеры поют блестяще просто. Это что-то особенное. Многоголосие там, в общем, вот такое. Я хочу большое спасибо сказать Катюше Бедненко, которая работала с вокалистами, Саше Полищуку, нашему завмузу, который причесал всю эту музыку. Огромное спасибо Ольге Дорошина, Ольге Алексеевне, которая преподает в колледже культуры, и у нас вот она все спектакли, я приглашаю как хореографа, она ставит эти спектакли. Огромное спасибо администрации нашего театра, который поверил, потому что бюджет спектакля достаточно громоздок, справедливости ради надо сказать.
Я так смотрел, директор раз заглянул, второй, потом говорю, фух, ну, народ, получается, все. Уже не жалко, уже легче, уже что не такие жалко. Затраты, да, не жалко. Огромное спасибо Игорю Козычеву, который у нас появился художник по свету, mm-hmm. такое чудо тоже из космоса к нам спустилось, который вот этот свет чувствует, он все время делает, что-то придумывает, какие-то примочки приносит, что-то там пристраивает, какие-то шарики, какой-то дым. Но я туда не лезу, потому что я далек. И спасибо молодым актерам, которые не отстают от тех, кто уже давно работает в театре, они подтягиваются, то есть ансамбль абсолютный, не видно, ага, это сразу видно новый, потому что он такой или зажатый бесконечно, или, а этот уже опытный, потому что излишний там такой, нет, все в ансамбле, причем наш театр чем хорош, вот в отличие от других театров угу. разных, что у нас-то делить по большому счету нечего, и у нас один за всех и все за одного. Вот помогают, нет такого, а, ну давай, давай, ну давай, за шторки наблюдать, человек упадет, разобьет себе голову, чтобы порадоваться, да? Нет, у нас все друг другу помогают. У нас нет так, вот кукольная наша вот семья, наш мир кукольный, во всех городах, везде, театры кукол – это единый организм. Вот нет как, да простит меня драмтеатр, вот так, а, ей дали роль, значит, ей надо хлорку в грим насыпать, чтобы она ушла и чтобы мне это... Побольше драматизма, да? Да, нет, ничего, у нас все... Все спектакли упускаются в такой любви, к любви к пьесе, к драматургу, к партнеру, к режиссеру иногда даже, ну и так далее, понимаете? То есть все абсолютно, вот эти все дети, рожденные в любви. Вот наши спектакли – это дети, рожденные в абсолютной любви. Саша, что ты молчишь? Скажи тоже что-нибудь. Вот так. Да. Действительно, да, Саша еще, скажем так, не вошла в этот такой порыв, но я думаю, что уже тандем ваша, скажем так, семья уже ее обогрела, в Николаеве точно останется. Да, да уже осталось. Уже да. осталось. Из нашего казино просто так не уходят. Вот так что, друзья, у вас есть возможность увидеть этот спектакль. Есть два эксклюзивных, скажем так, билета, можете позвонить и получить их. Ну, а, конечно же, если не успели уже на этот спектакль, потому что разобрали билеты купить, то есть возможность прийти в кассу. Билета, кассу театра и, конечно же, приобрести билеты. Спектакль свежий, дефицита не будет, мы обещаем, что обязательно все посмотрят и даже по нескольку раз. Интересно будет не только детям, но и взрослым. Обещают, гарантируют, как всегда, все будет круто. Вам спасибо большое за то, что, скажем так, в любви рождаете такой классный продукт, ну и, конечно, в любви признаетесь зрителю, который взаимно вас любит, и это яркое подтверждение тому, что билетов уже нет. Мы же делаем это для детей, дети наши все. Чужих детей не бывает, у нас все дети наши. Вот так, друзья, такую позитивную фразу, я думаю, и варто завершить нашу розмову із гостями.